Обычный беспорядок. Здесь все самые необходимые вещи. Рулетка, очки, зарядка от GoPro аккумулятора. Здесь я собрался вешать якорный огонь на мачту. Смотрю, как его вешать с помощью этих биноклей. Это инструмент для подъема на мачту, тестер, дрель, шурупы. Здесь денежные запасы, тощие. Вот. Сверла, крепежи, саморезы всякие, огромное количество. Вот так выглядит штурманский стол. В беспорядке. Хороший нож купил, для филейный нож для разделки рыбы, уже отпробовал. Вот это уплотнитель, дорогущий, $20 за 6 футов, за 8 футов. Но держит воду, единственное. Это запасы еды. Это еще запасы еды. Там вот еще запасы еды. И там еще дальше, везде, короче, с той стороны тоже запасы еды. Здесь моя гитара любимая. Точнее, гитара Вована. Вот. Ну, полы разобраны, потому что я хочу покрыть этиловым маслом и полиуретаном снизу. Вот. Кухня в полном порядке. А здесь королевская опочивальня. Вот. С люком, который тоже не течет теперь. Ну, гальюн, конечно. Омыт хлористым раствором. Точнее, хлорка или блич. Здесь огромные, вообще везде, кругом огромные пустующие пространства. Здесь невероятное количество просто места тоже везде. Тут довольно занято уже. И одежда здесь. И здесь свободно. Вообще. Носители свободны. Ничего не набито. Так, лежит все на донышке. Подготовка к плаванию в разгаре. Вот. Это я. Здравствуйте. Да. У них походочка, как в море лодочка. Там моторный отсек. Количество возни там идет перед отплытием. Ну вот. Но выдвигаться можно хоть сейчас, конечно. Всем пока. Приезжайте в гости.